Инвестиционное сотрудничество между Ульяновской областью и регионами Германии активно развивается. На этот раз визит нанесла делегация из Саксонии. Эксперты приняли участие в технологическом форуме, который прошел в стенах отеля «Хилтон». Мероприятие было посвящено инновационным технологиям и повышению эффективности производства. Здесь следует отметить, что Германия для нас всегда являлась основным партнером, в общем-то, как в области внешнеэкономической торговли, а особенно в плане инвестиций. Корпорация развития региона и правительство региона очень давно выстраивает отношения с Германией. В рамках форума гостям из Саксонии предстоит посетить ряд промышленных предприятий и встретиться с представителями ульяновского бизнеса. Развитие технологического предпринимательства – главный акцент в теме международных инвестиционных отношений. Наша задача агентства – это привлекать технологии, технологических партнеров, финансирование для того, чтобы традиционные предприятия, которые по-прежнему крупнейшие налогоплательщики и крупнейшее место для работы жителей, ну, в данном случае Ульяновской области, они соответствовали по технологиям современному мировому уровню. Представители иностранной делегации уже успели побывать на двух крупнейших промышленных площадках региона. «Авиастар» и «Аэрокомпозит» произвели особо яркое впечатление на гостей. В ближайшие дни мы будем встречаться с другими предприятиями автомобильной промышленности и машиностроительной отрасли, например, с УАЗ из автомобильной промышленности. И я думаю, что мы уедем от вас еще с большим набором новых впечатлений. Промышленность – одна из сильных отраслей Ульяновской области. С этим согласились и члены делегации. По их словам, поездка в Ульяновск – повод начать подготовку к плотному и продуктивному сотрудничеству. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.